На Алтае будут судить участников преступной группы за организацию подпольного игорного бизнеса. Они открыли запрещенные заведения в нескольких районах края. По версии Краевого следственного управления, целый год преступное сообщество под видом торгов на бирже вело азартный бизнес. При этом ОПГ, в состав которой входило 23 человека, имело иерархию. Обязанности между лидерами, бухгалтером, техником, управляющими игорными заведениями и обслуживающим персоналом были четко распределены. За организацию игорного бизнеса участников преступной группы обвиняют по нескольким уголовным статьям. В зависимости от содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконная организация и проведение азартных игр, а также статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть организация преступного сообщества. По данным следствия, доход ОПГ превысил 10 миллионов рублей. Обвиняемые частично вину признали, но лидер группировки, а также его заместитель, сейчас находятся в международном розыске. Добавим, участникам преступного сообщества грозит до 10 лет лишения свободы, организаторам – до 20.